Ира, куда мы идем? На водопад. Козырек? Да. Ну просто это очень популярное среди людей место. Тут подъезжают на машинах и много людей. Ира говорит, мы будем останавливаться часто и идти очень долго. Мы инстаблогеры, но фотки мы выкладывать не будем. Непонятно, для чего она все это фоткает. Для себя. Для себя. Как Настя, моя подружка Иванова, обнимает деревья и кушает чудеса. Я это сделала. Я покорила этот день. Добрый. Добрый. Офигеть, я вижу. Очень круто, мы дошли, водопад Козырек в полном разгаре. Сейчас таяние снегов, дожди прошли. Тут очень полноводные, красивые люди. Так, человек 10, среднее количество, я бы сказал. Вот и Ира поднялась. Идем на Козырек. Сзади, если видно, Байдарская долина, водохранилище, снег на горах. Тропа все интереснее и интереснее. Ире тоже все больше и больше нравится. Здесь ходить по отвесным скалам. Тут классно. Не знаю, как. Вот так вот и надо. Как твой первый водопад? Понравился тебе или нет? Не первый, точнее, не третий первый. Водопад, да? Ну, вообще-то не третий, но в Крыму третий. Да, красиво. Классно. Тебе экспертом нужно быть по водопадам. Класснее, чем у Чансу, на самом деле. Так. Пришли, короче, тут какая-то плотина. Не знаю, посмотрим, да, дорога тут есть или нет. Мы хотим дойти до Фатьма-Кабы. Там еще один водопад. А, нет, красиво тут вообще ништяк. Очень красиво, очень красиво. Такой импровизированный стол у нас. Обедня. Постная обедня с таким шикарным видом у ручья. Ну что, мы отобедали, перекусили, да? Плотненько, хорошо. Двигаемся дальше на водопад Фатьма-Коба. Речка и подснежники вдоль реки. Еще раза три перешли реку туда-сюда. Может быть напрасно, а может быть нет. Но идем вот по такому каньону. Очень красиво внизу река. В лесу очень классно. Жарко. Ветер прохладный, но его тут почти нет, в отличие от равнинных мест. Добрались куда-то на Фатьма-Коба или нет, не знаю, но добрались сверху, да. Дошли мы, короче, оказалось, Фатьма-Коба, это да, мы наверху, и тут чуть-чуть дальше еще водопад скользящий. Вот сейчас Ира пройдет и вам покажет. Пролезет, так сказать. Опа. Не такой, конечно. Это, конечно, не Козырек, да. Но ничего. Все равно красиво.
берет. И вот он. Вот он. Водопад. Макоба, вот и девочки. Женщина. Вот он, водопад Фатьмакоба. Очень красивое место. Мы гуляем прям под водопадом. Жара.